Да. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Давайте вашу карту. Так. И у нас с вами сегодня. Да, я вижу плановый медосмотр. Хорошо. Так, я смотрю, были уже у окулиста, да? А чего это вы ко мне не пришли сначала? Ну да, у терапевта всегда большая очередь. Таковы уж издержки моей специализации. Ну, раз у нас там большая очередь, тогда не будем никого задерживать и сразу приступим. Нет, я в маске, потому что это я болею. Чтобы никого не заразить. Да, на самом деле они для этого и нужны. Градусник. Да, возьмите, ну, как обычно, подмышку. Ну, у нас клиника бесплатная, так что градусники у нас советские. Ну, я как-то к ним больше привык. Да, пока измеряете температуру, я позадаю вам каверзные вопросы. Хорошо. Так, они будут касаться общего состояния вашего здоровья. Да, держите крепко градусник. Он у меня последний остался. Так. А то придется опять идти к педиатрам, а они такие жадные и градусники не выдают. Так, ну что, поехали. В целом, скажите мне, как оцениваете состояние своего здоровья по пятибалльной шкале от 1 до 5, где 1 – это все очень плохо, и 5 – я прекрасно себя чувствую. 4, даже 4 с плюсом. Хорошо, я понял. Так, хорошо. Теперь скажите мне, часто ли вы болеете? Простуды, вирусы, ОРВИ. Ну, когда сезон, в общем, наступает. Конец осени, зима. Бывает, но не часто. Хорошо. Скажите, есть ли у вас какие-либо хронические заболевания? А в семье известны случаи каких-либо заболеваний, хронических, передающихся по наследству? Насколько вам известно, нет. Это хорошо. Так. Есть ли у вас на что-либо аллергия? Весной, когда пыльца начинается. Хорошо, я понял. Иногда глаза в это время режет. Но это может быть от пыли. Окулист вам ничего не сказал. Рассказали им об этом. Ну что ж, так нехорошо. Ну, если будет беспокоить, придете на прием. Если ничего страшного, то само пройдет. Так, значит, аллергии нет. Скажите мне вот что, были ли у вас травмы головы? А в детстве помните? Ну да, я тоже не помню, что было в детстве, но когда мы были маленькие, явно бились головой по что-нибудь. Дети на то и дети. Сотрясений мозга, в общем, не было. Вот я про что спрашиваю. Хорошо. Так, ну давайте градусник. Все отлично. 36,6. Хоть в космос отправляй. Так и запишем. Вы не космонавт? Так, я смотрю, что вы проходите медосмотры каждые полгода, да, получается? Это... С работы вы проходите, да? Слушайте, какой у вас хороший работодатель. Заботится о вашем здоровье. Молодец.
Нет, это очень хорошо, на самом деле. Так, ну что? Может быть, у вас есть какие-то жалобы на ваше здоровье, о которых вы мне не рассказываете? Ну вот, окулисту вы не рассказали про то, что глаза бывают режут. А, ну вы думаете, что это от компьютера? Хорошо. Ну, если окулист вам ничего не сказал, значит, ничего серьезного нет. Ну, раз у вас со здоровьем все в порядке, жалоб никаких нет, давайте-ка я проведу общий визуальный осмотр. Сейчас буду вас немного трогать. Ничего страшного, да? Так. Надеваем перчатки и давайте-ка посмотрим. Сидите спокойно, расслабьтесь. Выбор. Так, немного голову в сторону поверните. Теперь в другую. Давайте-ка мы лимфоузлы ваши посмотрим. Воспаление или простудных заболеваний сейчас нет никаких, да? Чувствуете себя хорошо? Смотрите, сейчас немножко поборемся с вами. Я вам положу руки на плечи. Вы должны будете их вот так поднять. А я буду давить вниз. А вам нужно будет не сопротивляться. Хорошо. Так. Готовы? Поднимайте плечи и сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Хорошо. Еще разок давайте попробуем. Подняли? Отлично. Ну, прям так сопротивляться-то не надо. Я же врач, а не враг. Так, хорошо. Дайте немного вас сзади осмотрю. Так. А, скажите-ка мне вот что. Спортом занимаетесь? Ну, бывает, да, пару раз в неделю. Нет, я смотрю, что мышечный корсет у вас в порядке. Мышцы в тонусе. Позвоночник ровный. Вы за этим следите. Хорошо, а позвоночник – это очень важно. Это наше здоровье. Так, и с вашего позволения еще немножко лимфоузлы посмотрю. Так, хорошо. Да нет, это я, чтобы убедиться точно, ничего страшного здесь нет. Да. У меня 4 глаза, вижу я не очень хорошо уже, так что лучше убедиться и проверить, чем потом вызывать вас снова на медосмотр. Сейчас я сделаю пометки в вашей карточке. Так. Так, ну что, давайте продолжим. Сейчас осмотрю ваше горло.
чуть рот пошире. Скажите. Хорошо, так, не закрывайте еще. Все, отлично, закрывайте. Так, смотрите, небольшой тестик. Проверим ваше функционирование лицевых мышц и как они работают в паре с черепными нервами. Угу. Ну, вообще этим занимается невролог, но чтобы убедиться, что все в порядке, я это тоже проделаю. Так, сделайте следующее. Широко улыбнитесь. Ну да, мне под маской не видно. Угу. Так, улыбаемся, улыбаемся. Так, можете поднять брови высоко. Типа вы удивились. Ага, хорошо. Теперь нахмурьте. Как будто вы рассердились. Ага, хорошо. Так, теперь можете поднять одну бровь. Ага. А вторую? Не получается. Да, я тоже не умею. Так, теперь стисните зубы. Угу. Сильно. Так, все в порядке. Угу. А теперь попрошу вас плавно, спокойно, медленно наклонить голову сначала в одну сторону, потом в другую. Медленно, спокойно наклоняем голову настолько, насколько это будет для вас комфортно. И теперь в другую сторону. Ладно, спокойно. Все хорошо. Вытяните вот так руки перед собой и сложите пальцы. Да, все в порядке. Закончим осмотр. Сейчас я еще сделаю пару записей в вашей карте. И можете идти, если у вас нет никаких больше жалоб. Ну, у вас их и не было, в принципе, да? Отлично. Я люблю, когда люди ко мне здоровые приходят. И не люблю, когда постоянно жалуются из-за всякой ерунды. Ну, да, я, конечно, врач, но иногда мы слишком трепетно относимся. Там где-то кольнет, и мы уже все. О, я при смерти. Ну да, вообще-то я просто ленивый, и я люблю, когда ко мне поменьше народу приходит. Так, знаете вы мне что, скажите? Флюорографию когда последний раз делали? Когда медосмотр проходили в прошлый раз? Значит, полгода назад. Все, хорошо. Прекрасно. Так, ну что? В принципе, все. Есть какие-то пожелания? Угу. Ну тогда не смею больше вас задерживать. Отправляйтесь проходить медосмотр дальше. Вот вам моя печать. Вот ваша карта. Да. Да, до свидания. Всего доброго. Увидимся через полгода.